Словакия отзывает посла в России для консультаций. Также сохраняется вероятность высылки из Словакии российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщили в МИД страны. Словакия отзывает своего посла в России для консультаций. Об этом в среду, 28 марта, сообщает со ссылкой на главу МИД страны Мирослава Лайчака агентство Bloomberg. Министр также заявил, что сохраняется вероятность высылки из Словакии российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ранее Лайчак заявлял, что возможные меры против РФ могут быть приняты после получения предварительных результатов следствия, основанных на документально подтвержденных фактах. Он также выразил полную солидарность с Великобританией, партнером и союзником Словакии. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.